Як літуру? Вот я стою, видите, как я. И видите, как стоит? Я имею возможность здесь двигаться. Я вам мужу заглонил. Как я только повернулся, у меня изменилось положение руки какое-то. Прости, Кристина, ну так все изменить, то положение руки. Мне нужно эту руку. Усить руку. И? Не отрывать от себя и потом делать это на плечах. Не отрываем от себя. Ale naopak ji přitahuji k sobě, tu ruku. Taková niance, která je důležitá pro ruku. Musím vzít za hřebet ruky. Abych otevřel jak kdyby dlání. Ale držím... Když se toho nad tím návrhem, tak se mi lehce se otevřel dlání. Jak ladoň odkrylo, jsi já zrazu zabral? Když se otevřel dlání, jak z té strany. Jo. И прижал. А притлачил. Я когда прижал, здесь у меня появилось. Если я притлачил, так. Смотрите, у меня воздействие пошло на сустав. Видите, он целый цел, точит лайн цел, вот это же. Вот это же. Не ухожу от него, просто, видите, вот это же. Я одновременно сразу на том. Возьму. Чуть-чуть поворачиваюсь, к себе прижимаю, начинаю как бы раскатывать по себе. А тетька и начинаем, как бы, обрацать перед собой. Обрацать, але на груди. Не от себя, але на своем теле. Вот у меня тут. Смотри, не все выстрелить. А тем власне могу способить эту тензию. Чуть-чуть назад. Трошечечку, где? Долго выхили. А то все. Если это сделать резко, почему опять ломается рука? Человек, который вас берет агрессивно, всегда напряженный. Proč se láme ruka, když člověk na vás, kdo na vás chce útočit agresivně, tak je prostě napjatý. И он все не понимает, что рука может сломаться. A on nevnímá, že se mu může zlámat ruka. A já понимаю, что я защищаюсь. A já vím, že se chci bránit a udělám. Все, движение сразу, как ломается рука, точно. A v okamžiku, kdy mu zlám ruku, tak už se dál asi pohybovat nebude. Tady ty momenty, které se ukázalo, jsou prostě důležité, aby to fungovalo. Vidíte moje ruce? Jo? Kde mohou být? Jo, je to prostě ty pohyby jsou takové skromné, nenápadné, ano. A je to pořád v tom okýnku. Zrazu začíná kapotit. A najednou. Je možné udělat další variantu. Vezmu ruku, která mě by utočila. Ему вообще в этой ситуации просто нельзя. А он все блокует, не хочет уходить, потому что это очень неприятная ситуация. Либо он здесь отпустится, хотя он даже отпустится, я все равно. Он так хочет пустить, потому что тебе пора. И дальше я ему помогаю. А я ему помогу, чтобы спать. То есть очень неприятное поведение. Это неприятное. Может быть движение немножко давно уже даже пошел, вы просто успели только закрыть носок, и вот они все равно здесь будут. То есть он не ударит вас как бы одновременно сразу, потому что будет какое-то движение. Яко, není то vždycky, яко, není, как бы, что-то, není то vždycky, она также перекладывает чека. Все, движение одинаково. И дальше вы с этой рукой. Могли бы уплене стейны, а это с тем критом, власне. Там шел вот того. Že on využívá teďka, že to nepřekládá, ale že použil toho krytu, aby to převedl na druhou stranu. Smatrite, není nic složité. Vykryje, převed a využije toho jeho pohybu. Сейчас обратите внимание, вот на этот момент. Вот можно прямо наложить и смотрите, отшагивая у него назад, то есть начать здесь. Но для нормального положения нужно наложить так.
Je důležité mít to na té hrudi a dělat to prostě s tím krokem, včetně toho tlaku na ten loket. Další pohyb může být třeba po ránách. А это та самая техника, которую уже указывал? Чаще всего, когда вы хотели, опять же, я скажу, что человек делает že člověk, že člověk, kterému to děláte, má tendenci se rozložit. Když tam vidíte tu ruku, tak můžete vzít, když vidíte, když se rozložil, tak můžete udělat něco jiného. A že ho zase zablokujete. Zase on prostě ukazuje ty možnosti, které jsou, když to nejde zrovna tak, jak byste si představovali. Že vždycky stejně najdete to řešení. A dvě ruce, když má, princip to, že sám. Princip je úplně ten samý. Odkryt hlavu, zabrat ji, navštěvat plečo. Otevřít dlaň, zatlačit. Zde si povrátit. Otáčit. A vtou ruku pomáhá. A od druhou ruku si pomáhá za loket. Takže má dvě kontroly. A zde tože kontrol pomoci. Takže tři kontroly. První kontrola, druhá kontrola, třetí kontrola je ten. Вот давайте вот этот момент сейчас посмотрим, как правильно взять. Вот тогда этот момент и скушать. Вы видите, если бойцы, да? Видите, скушать этот момент.